Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами приготовим вот такое вот чудо-шарлотку, рулет-шарлотка. Рулет готовится очень просто. Да, это просто шарлотка на вкус. Но изменив немножко ее внешний вид, меняется совсем блюдо. Продукты, которые нам потребуются, вы сейчас увидите на своих экранах. Также по традиции оставляю рецепт в описании под видео. Заходите ко мне на канал. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Ставьте пальчик вверх, если видео вам было полезно. Приготовление нашей необычной шарлотки начинаем с того, что мы с вами включаем духовочку, поскольку все готовится очень быстро и духовка должна быть уже разогрета. Температура 160-180 градусов. Далее будем с вами заниматься тестом. Значит, у меня в диже миксера 3 яйца. Их надо хорошо взбить со стаканом сахара. Яйца и сахар взбиваем в очень-очень пышную пену. Пока взбиваются яйца с сахаром, будем заниматься яблоками. Яблоки нужно порезать кубиком. Яблок должно быть много в этой чудо-шарлотке. Почему? Потому что они нам здесь заменят крем. Мы никакой больше крем использовать не будем. Я беру 6 довольно больших яблок. Я чистить яблоки не буду, они у меня свежие, кожицу обрезать не буду. Если у вас яблоки с толстой кожицей, то, конечно, кожицу лучше почистить. Итак, нарезаем яблоки кубиком. Взбили яйца и сахар в пышную пену. Далее мы с вами отправляем разрыхлитель и муку. Складывающими движениями вмешиваем муку. Как только мука вся вмешалась, добавляем яблоки. У меня получилось 700 граммов яблок, уже вот готовых, порезанных. И все это хорошенечко с вами перемешиваем, чтобы яблоки равномерно распределились по тесту. Яблоки нужно брать кислых сортов, у меня Антоновка. Тогда шарлотка будет более выражена яблочным вкусом. Далее берем противень, застеленный пергаментной бумагой или, как у меня, тефлоновым ковриком. И ровным слоем выкладываем получившуюся нашу заготовочку. И распределяем яблоки с тестом равномерным слоем по противню. Я сверху посыплю корицей. Если вы корицу не любите, можно пропустить. И отправляем противень в духовку. Температура 160-180 градусов. Отправляем где-то минут на 10-15. Все зависит от вашей духовки и от ваших яблок. Яблоки должны пропечься, а тесто должно запечься. Ну вот, какую красоту я достала из духовки. Выпекалась моя шарлотка-рулет около 17 минут. Значит, сейчас, как вы понимаете, я этот пласт скатаю в рулет. Если хорошая бумага для выпечки, то тесто будет как бы отходить само, но за счет яблок все равно немного, видите, прилипает. Так что аккуратненько, не спешите, потихонечку скатывается рулетик. Ну вот такой рулет у меня получился. Сейчас швом вниз я его оставлю остывать. Ну что же, остыл наш чудо-рулет-шарлотка. Я его украсила просто сахарной посыпкой и слегка сахарной пудрой. Можно полить шоколадом, это уже по вашему вкусу. Подаем наш чудо-рулет-шарлотка с шариком ванильного мороженого и наслаждаемся вкусом. Поверьте мне, это очень-очень вкусное блюдо. Попробуйте его приготовить и приятного вам аппетита. На этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. Пусть все рецепты будут вам по карману. Обязательно заходите ко мне на канал, подписывайтесь. Ставьте пальчик вверх, если блюдо вам было полезным. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые идеи на моем канале.